Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня покупки фикс прайс. Если вам интересна данная тема, то, конечно же, приглашаю. Оставайтесь со мной до конца обзора и пишите обязательно комментарий. Мне будет очень приятно. Покупки были совершены по адресу город Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 57. Сегодня фон, конечно же, фикс прайс. Снеговик. Дед Мороз и елочка. И давайте приступим. Ради интереса я купила за 199 рублей. Это единственная покупка за 199 рублей. Это игрушка елочка сборная. Я уже открыла, чтобы лишний раз не шуршать. 65 сантиметров. Подарите вашему ребенку новогоднее волшебство. Снежное кружево. Улучшает мелкую моторику ручек. Вот такой должен быть у нас результат. Если получится, я вставлю сегодня фрагмент видео готовой елки. Фетровая елочка одна штука. Фетровые елочные украшения 16 штук. Для детей от 3 лет. Может, кому-то будет интересно. Если появились заломы, просто прогладьте материал утюгом, чтобы вернуть елочке первоначальный вид. Посмотрим. Все, давайте рассмотрим. Конечно, в таком формате я вряд ли вам покажу. Да, видите, она какая стала. Надо будет, конечно же, попробовать погладить. Такая елка здесь. И они... покажу на липучках. Сюда мы будем вешать украшения елочные. Такая жесткая елочная украшение. Они запечатаны в мешочек. Давайте рассмотрим такой вот домик. Снежинка белая. Санки. Карамель, палочка, пряник, рукавица, лось, колокол или колокольчик, такая милая конфетка, елка в елку. Ну, так игрушки очень хорошо сделаны. Шапочка. Пингвин. Ну, красивые такие, симпатичные игрушки. Дедушка Мороз. Ангел. И звезда-колпак. Вот такая вот она. Интересно, для чего, может быть, скажете, я купила? Вроде моя дочка уже для такой игрушки взрослой, для такой елки. В общем, на работе просят подделки. Я сегодня с ночи, завтра отдыхаю, потом уже на работу. Срок 2 дня. Какие подделки? Я вот попробую что-нибудь придумать, еще как-то добавить украшения и понесу вот такую вот подделку. Как вы думаете, девочки, нормально же будет, да? Пишите обязательно в комментариях. Всем привет! Я елка новогодняя. Да, мы собрали елку. Написано, что можно гладить. Девочки, я пробовала гладить. Очень тяжело. Гладить чуть-чуть только смогла. И давайте посмотрим. Сразу мы приклеили пистолетом, так как мне надо, чтобы она прочно держалась. Все приклеили, все стоит. Вот они вот игрушки как. Давай, покружись, елка. Еще сейчас хочу дополнительно украсить. Здесь тоже пистолетом приклеили. На липучке там. Вот, Алия, все. Вот, подальше отойду, покажу, как все выглядит. Вот такая вот, ну, очень интересная елка. Действительно, для моторики, для детей очень будет хорошо. Мы все на пистолет приклеили.
Ну что же, чуть-чуть мы украсили елку, как будто горит звезда вот такого вот цвета. Такая маленькая одна штучка была. Чуть-чуть есть такие пустые места, сделали вот так вот, как будто снежинки. Ну и в конце, Алия, давай развернись, решили, что в конце вот здесь так должно быть. С Алией вместе делали, да, Алия? Да. Давай покажи шапочку, колпачок. А? Покажи. Нет, покажи как шапочку. Себя покажи. Колпак. Все, девочки, мальчики, пишите в комментариях. Всем пока-пока. Следующие покупки будут по 149 рублей. Меня попросила купить коллега вот такие подарочные мыла. Шикарные, просто потрясающее оформление за 149 рублей. Мы сейчас с семьей пользуемся мылом такого формата. Сейчас я вам покажу. Два у меня попросила коллега. Она, конечно, просила больше, но, к сожалению, в этот раз пока разобрали. Но, говорят, еще привезут. И я купила один на подарок. Кому я это не буду говорить. И давайте посмотрим мыло, которое у нас сейчас в использовании. Я уже открыла, не буду держать. Я не коллекционирую мыло. Открыли мы, начали пользоваться розовой. У них просто потрясающе, действительно. Не знаю, кому как, мне очень нравится. Приятный, нежный аромат, очень красиво раскрывается, отлично пенится. И самое главное, как я люблю, в мыльнице не превращается этим мыло в жижу. Вот такие отличные, большие, ароматные, вкусные, классные мыло на подарок. И не только, для пользования всей семьей по 149 рублей. Следующая покупка стоит 99 рублей, а дочка попросила: «Мама, купи мне блокнот на пружине». Поэтому я решила приобрести вот такой вот блокнот с объемным дизайном 96 листов. Давайте посмотрим в ассортименте с разными рисунками. Здесь такой брелок, мягкий. Сейчас такие игрушки продаются специальные, да, антистресс, вот, копия наподобие тому, вот такой вот брелок, брелки есть разные, рисунок какой тематики, бабочка, значит, брелок бабочка, кость есть, значит, кость, очки есть, в общем, разный ассортимент, такая вот пружина, и обычные вот такие вот они в клетку. Пока не знаю, для чего просила именно вот такой вот блокнот на пружине. Еще одна покупка 99 рублей. Новогоднее оформление, новинка. Раньше, когда мы покупали, они стоили по 55 рублей. Но я думаю, что цена из-за того, что завышено это новогоднее оформление. И, к сожалению, девочки, цены растут не только в фикс-прайсе, и везде. Состав доломит. У нас сейчас в использовании были пластмассовые. У меня были три штуки. Вот уже третье в использовании. Поэтому я очень рада, что они появились заново. Других магазинов все равно девочки, мальчики также может смотрят. Они стоят намного дороже. Также есть в ассортименте с разными рисунками. Обращайте внимание при выборе, потому что есть не очень качественные. Покупки по 77 рублей. Эти новинки я вам показывала в прошлом обзоре. Приобрела я как дополнение к подарку. Также можно преподнести, к примеру, коллеге символически, тоже как подарок. Это настольный календарь 2021 года. Вот такие вот календари. Одинаковые купила. Вот такие, они блестящие. Сейчас я вам покажу наш календарь. Вот такие вот они, очень красивые. Еще вот такие вот. И еще вот такой календарь.
77 рублей приобрела, пока есть. Потому что я думаю, что потом их разберут. Давайте посмотрим календарь, который я покупала для нашей семьи, для нашего пользования. Вот такая вот невероятная красота, символ года. Такие вот календари отрывные на кликах. Очень красиво. Даже вот сам вот этот фон переливается и блестит. Даже вот так, посмотрите, как красиво, очень красиво смотрится. Следующие покупки будут уже, если вам не интересно, это нужные, бытовая химия. Я очень люблю пользоваться средством для мытья посуды от компании Faberlic. Овощи, фрукты, стаканы, но такое бывает, что что-то жарим жирное, что-то бывает бульон говяжий жирный. В это время необходим, конечно же, фейри. 77 рублей с очень приятным ароматом, аромат розового жасмина и алоэ вера. Ну, приятный, очень приятный аромат. И у меня пятно на куртке. Девочки, вот попробуем, мне рекомендовали, поэтому я попробую вывести также фейри. Следующая покупка, к сожалению, не было в этот раз Colgate с гранатом и с мятой. Решила приобрести вот эти вот. Крепкие зубы, свежее дыхание. Все разобрали. То, что многие не любят. 77 рублей. Также необходимы это влажные салфетки, мои любимые. Котте. И сейчас сезон, знаете, наверное, не только коронавируса, и тоже, конечно же, обычные простуды. На улице очень холодно. Купили спрей с морской солью. 77 рублей. Для активного промывания, очищения полости носа для детей и взрослых. Объем 50 мл. Такие же спреи, девочки, знаете, вот конкретно точь-в-точь, намного дороже стоят в аптеках. Сейчас в аптеках все очень дорого. Поэтому я считаю, что тоже необходимо. У самой иногда бывает, что насморк тоже мучает. Так, следующая покупка тоже еще одна, 77 рублей. Сейчас для сравнения тоже покажу. Прошлый поход не была вот эта вот фольга, которая более поплотнее, чем за 55 рублей. Фольга алюминиевая, 20% бесплатно, особо прочная. И сейчас я вам покажу, девочки. Для сравнения, за 55 рублей и 77 рублей. Я думаю, что вы увидите различия. Вот эта фольга за 77 рублей. Вот эта фольга за 55 рублей. Вы даже по шуму и по мягкости, смотрите, какую форму прибывает, поймете, что вот эта фольга намного лучше. Я все-таки при выборе рекомендую вот эту за 77 рублей, она у вас не порвется. Эта фольга очень тонкая, чуть-чуть неправильный сгиб, там тыкнешь, даже просто пальцем можно тыкнуть, и будет дырка. Особо прочная. Фольга. Это очень тонкая фольга. Сразу видно. Одного размера фольга была. Такой шарик стал, а этот плод. Все-таки, девочки, я вам рекомендую за 77 рублей. Может, кто-то посмеется, что за сравнение такое. Но я думаю, что очень даже хорошо вам показал сравнение, какую фольгу вам выбрать, если вы хотите прочную. Следующие покупки будут 55 рублей. Быстренько покажу. Купила вот такие вот зубные щетки. Набор здесь 5 штук. Посмотрим, как будут в действии, хорошие, нехорошие. Первый раз такие беру, девочки.
Обычно Colgate беру, в наборе 4 штуки, но в этот раз их не было. Наши любимые пакеты. Объем беру всегда 60 литров, прочный для мусора. Очень-очень вкусно пахнут, они действительно пахнут. Следующая покупка необходимая. Забрала я последнюю. Перед Новым годом хотела обновить. А на кухне полотенца. Полотенца вот такие вот именно. Ими очень хорошо вытирать руки. Насухо, девочки. Они действительно впитывают влагу. Ну, к сожалению, я забрала последнюю. Полотенца махровые. И вот эти крючки я сразу пришиваю и вешаю на них. И это очень удобно. Следующая покупка будет мишура. Купила я, у меня, конечно, есть мишура, но я приобрела для того, чтобы, думала, может, украсить вот эту елку. Ну, думаю, не знаю, посмотрим. Посмотрите, какая появилась мишура. Она интересная тем, как будто она рифленая. Вот эти вот. Обычно же они бывают такие гладкие прямо, да? Гладкий-гладкий, блестящий. А здесь они, вот посмотрите, как будто вот имеют какую-то гравюру. Как будто они рифленые. И тем очень смотрится интересно. Мне очень понравились. Есть голубые, золотые, зеленые, красные. Самые красивые — это серебро и голубая мишура. Мне понравилась. Вот еще раз покажу. Видите, они как будто рифленые. Красивые, мягкие. И, девочки, знаете, вот бывает колет, да, мишура? Вообще не колет. Классно. И последние покупки пока. Приобрела я дочери это Сады Придонья по 25 рублей. Самый ее любимый вкус — яблоко. Пюрешки. И последние для Нюши. Всегда, когда хожу, покупаю я Пурину One, потому что она у нас, знаете, такая, не все кушает, но почему-то вот это ей нравится. Для стерилизованных кошек высокого качества с зеленью и фасолью. И то не всегда она у нас кушает такую еду. Но иногда, когда только дети там дома, бывают такие моменты, такие тоже необходимы. Они стоят намного дешевле, 18 рублей 70 рублей. Где-то вот приблизительно 80 копеек. У нас в магазине стоит 30 рублей. Поэтому очень выгодно по пути. Конечно, отдельно за ними я не поеду, но по пути покупать очень выгодно. Вот такие были покупки. Обязательно пишите комментарии. Я не знаю, будет ли в этом году еще фикс прайс. Но если не будет, те, кто смотрит только фикс прайс, конечно же, мы встретимся в будущем 2021 году. Поэтому, и что, девочки, с наступающим вас. Хотя очень рано. Здоровья, благополучия, мира, добра, любви, самого вам лучшего, мои дорогие. До новых встреч. Ну, я, конечно же, приглашаю смотреть мои другие обзоры, на которые я оставлю ссылки прямо на экране. Всем до новых встреч и всем пока!